Почетные грамоты, благодарственные письма, премии и теплые поздравления. Все это за особый вклад в борьбу с коронавирусом получили медработники Республиканской клинической больницы номер 2 из рук министра здравоохранения Дагестана. Стационар медучреждения, как и ряд других больниц, был в спешном порядке перепрофилирован для приема пациентов с COVID-19. Джамалудин Гаджи Ибрагимов поблагодарил медработников за их слаженные действия и высокий профессионализм. Хватило и профессионализма. Хватило и решительности, и смелости, и сплоченности. Все хватило. На самом деле нам никто не дал времени. Работали, отрабатывали и отрабатывали достойно. За что я вам искренне благодарен. Спасибо большое и желаю вам всего самого доброго, успеха во всех делах, начинаниях. Медицина является элитой интеллигенции. С чем я вас и поздравляю. Более 300 медицинских работников получили благодарственные письма от главы Дагестана Владимира Васильева. За 2 месяца напряженной работы доктора больницы вылечили свыше 1500 заразившихся коронавирусом. Сегодня все пациенты с COVID-19 уже выписаны, и медучреждение вернулось к обычному режиму работы.